Ну-ка еще раз. Что ты там хочешь? Наберем, фрезинг тебе наберем ромашки. Так. Вот. Крапиву, и мы будем делать шампунь. Шампунь сами? Да, сами. А это нужно варить или что с этим будем делать? Да. Ну как бы немножко отвариваем там. А где мы? А где мы отварим? У меня отварим? Нет, здесь кипятком завариваем все. Завариваем кипятком, остужаем все. Остужается, получается такая, ну, как бы кашица раз на голову. А волосы потом не выпадут? Ты знаешь, да, что делаешь? Капикалист. Не, ну правда. Конечно, я же с травницей общался. Так, нас двое. Здесь этих пацанов. Нас двое. И нас еще с тобой, нас четверо. И... Ну давай, можно замутить, посмотреть, что будет. Понятно. А прикинь, может быть, один раз помоешь и неделю можно будет не мыться, да? Ну вот я уже неделю не моюсь. Неделю волос не моешь? Да. Так не утешь. Как, чего? Как, а, только, уже опали, как, короче? Нет, как только-только помылись. Не знаю. Шелковистые. Так, сейчас мы тогда... Брат, я тогда 100 грамм меда делаю на всех. Нас, оказывается, не 6. А сколько нас? 2, 4, 6, 7. А Радик это посчитал? Да. Валяющегося. 7 человек. 7 цветов. Я тут снимаю наш теремок. О, так вот, вот будет чем нужно, да? Да. Херанусь или не херанусь? Вот. Не херачить? Ну ладно, попозже похерачим. Делаю. Чего вы так долго спите? Нафиг вы так долго спите? Вчера ходили, вижу. Да, вот что вы тут смеясь? Во сколько люди сами? С вами? А? С вами? А-а-а. Ну ладно, ладно. Ладно. Ну, скажи, пусть сюда ложись. А у тебя опять там заначка, Лёшка? А? Опять там заначка, Лёшка? Ага.